Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Татьяну Николаевну Сусееву. Она настоящий пример жизненной стойкости и героизма. На долю ее мужественного поколения выпало множество испытаний, в которых они сумели сохранить главное – любовь к отчизне, нашу страну и будущее для своих потомков. Большая дружная семья Татьяны Николаевны известна всей Калмыкии. Отец Николай Люмжинович – участник двух войн. Брат Плехан Николаевич многие годы возглавлял здравоохранение республики. А в последние годы городской совет ветеранов войны и труда. Родной дядя Аксен Сусеев – известный поэт. Сама Татьяна Николаевна посвятила жизнь системе образования Калмыкии. Много лет работала в школе в детском саду. До самой пенсии преподавала в поселке Аршан. Вместе с мужем Петром Шакаевичем Кальдиновым воспитала 6 детей и 9 внуков. Ее семья приумножилась 19 правнуками. Сейчас Татьяна Николаевна неразлучна со своими сестрами. Душа радуется за эту крепкую семью, в которой царят главные ценности – любовь, забота, уважение к предкам и любовь к своей республике и стране. Для меня большая честь поздравить нашу уважаемую землячку со 100-летним юбилеем. Мы благодарны за то доброе и полезное, что она и ее семья сделали и продолжают делать для Калмыкии. Гордимся нашими ветеранами. Они вдохновляют нас своим примером, поделился глава республики.